Сегодня на Россию сверхдержава. В селе по Белгороду в грибной яме утонуло сразу 3 человека. Вы не представляете, 3 человека. Один сначала пошел срать. Он там потерял знание. Вы представляете, что в грибной яме, построенной во время Советского Союза, ну, сколько там говно может находиться, и какой там может быть запах. Он потерял знание. Утонул. Его друг пришел на помощь. Он тоже утонул. Третий, так и сам. 3 человека одновременно утонули в грибной яме и погибли. У меня на поле, там, где я выращивал овощи, в Николаевской области, на поле, блядь, где я общался только с баранами и кроликами, блядь, у меня унитаз стоит. Унитаз, блядь, ебать. Ой, капец. Слава Украине.